Детали, которые создают новогоднее настроение. Подготовка к одному из самых ярких конкурсов «Цветущий зимний город» идет в областной столице. Сам проект стартует в декабре, а его участники уже начали создавать праздничную атмосферу. О новых номинациях и условиях творческого поединка расскажет Мария Поздеева. В этих облаках мы будем закреплять разные коробочки, да, разные сувениры, самые подарки, чтобы было ощущение, что вот тут вот уже много-много всего есть. И в результате на окне образуется настоящий снегопад подарков, ярких и необычных. В дополнение к этой витрине заснеженное дерево, усыпанное праздничными украшениями и сувенирами. Одна из ведущих цветочных фирм Вологды к Новому году всегда готовится заранее. Причем каждый раз в оформлении используют новые мотивы. Во многом рождению новых идей способствует проект «Цветущий зимний город», который традиционно стартует в Вологде в преддверии Нового года. Активизировались очень многие. У кого-то это все-таки и тоже гордость определенная, и себя рекламирует, поэтому это очень стимулирует. Появились очень интересные и стали оформляться витрины. Сами фирмы, особенно торговые, центры торговые, здорово выглядят, очень эффектно. Конкурс, в рамках которого предприятия и организации украшают свои фасады и территории новогодними композициями, проходит в Вологде уже 5-й год. Последние 2 года он носит название «Цветущий зимний город». Проект был учрежден главой Вологды Евгением Шулеповым для привлечения представителей бизнеса к новогодним украшениям областной столицы. В прошлом году на призыв откликнулись около 140 предприятий. В нем приняли участие не только коммерческие предприятия, да, у которых, наверное, есть определенные возможности, но в нем, и что было отрадно и приятно, приняли участие и организации социальной сферы. В этом году мы дополняем и еще дополняем одну номинацию. Это лучший подарок от участника проекта «Шефы». То есть мы хотим посмотреть, ну как бы пригласить к участию те организации, которые у нас задействованы в этом проекте «Шефы». Предполагается, что шефы помогут своим подопечным, школам, детским садам, центрам дополнительного образования украсить помещение и встретить Новый год во всей красе. Работать будут и прежние номинации: «Лучшая новогодняя световая иллюминация», «Лучшая новогодняя ель», «Лучшее новогоднее оформление витрины фасадов». Всего 9 направлений. Заявки будут приниматься с 16 декабря по 31 января в Департаменте экономического развития города. Как отмечают организаторы, в этом году проект должен стать особенно масштабным. Ведь 2015 год Вологда отметит в статусе новогодней столицы Русского Севера. А значит, встречать праздничными огнями будет десятки тысяч туристов. Мария Поздеева, Михаил Прищев, Вологда Портал.